Геннадий Анатольевич Ветров родился 18 ноября 1958 года на Донбассе в шахтерском городе Макеевка, Сталинской области. Отец – Анатолий Иванович Ветров, род – 10 мая 1928 года. Женский парикмахер. В молодости работал шахтером, мастером бетонного цеха. Мама – Евдокия Михайловна. 1933-1988, бухгалтером в госторговле. В 7 лет, по словам Геннадия Ветрова, вместе со взрослым соседом, оператором и другими детьми снимался в фильме «Заговор курильщиков», выступил в роли режиссера, актера и постановщика фильма, участвовал во всех бесплатных кружках – театральный, хоровой, художественный, шахматный. В школе Гена Ветров был отличником. Рисовал для стенгазеты. В 8 классе стал участником вокально-инструментального ансамбля «Забой». Учился в музыкальной школе по классу баяна. Мультиинструменталист. Играл на гитаре. Рисовал. Лепил фигурки из глины. После 10 класса решил стать художником и ездил поступать в художественно-промышленный институт во Львове, но не поступил. Приемной комиссии показал свои работы в карандаше и глине, ходил на подготовительные курсы в архитектурный институт. С 1976 года по 1981 год учился в Макеевском инженерно-строительном институте по специальности инженер-сантехник, специалист по теплогазоснабжению, вентиляции и кондиционному оборудованию. Параллельно с учебой играл в ВИА «Орион» на танцах в городе Макеевка. ВИА «Орион» играл на институтской музыкальной аппаратуре. С 1981 года по 1983 год, полтора года, служил в Донецкой области в батальоне особого назначения. В армии Геннадий пел, играл и выступал, рисовал дембельские альбомы, вырезал из мыла фигурки для сослуживцев. Однажды выступление Ветрова увидели артиста Донецкой филармонии и посоветовали ему стать профессиональным артистом.